Ребятки, всем приветик, с вами Кика Ким. Но прежде чем я начну, подписывайтесь на канал, нажимайте на вот эту вот красненькую кнопочку, добавляйтесь, друзья, потому что вы смотрите это видео, не подписавшись, нет, я этого не понимаю, вы этого не понимаете, никто этого не понимает, поэтому подписываемся, друзья, а также подписываемся на мои другие социальные странички, потому что я тоже там снимаю очень много интересного контента. Сегодня я вам вещаю из прекрасной Алматы, из моей любимой Алматушечки. Кто не знает, город Алматы находится в Казахстане. Вот, прилетела я сюда сразу с Дубая, потому что хотела проведать вот родственников, бабулю, братиков, друзей, подруг. А вообще сейчас я нахожусь в своей старенькой квартирке, в своей старенькой комнате. Кто не помнит вообще меня с тех пор, как я снимала здесь. В комнатке такой небольшой бардак, но это еще, между прочим, я убралась. Вот. А вообще мне нужно торопиться, потому что через 20 минут я обещала выйти у бабушки с братиками дома. Как-то так. Окей, гайз, я выехала, но уже 14.17, и я опаздываю, хотя обещала быть в 14.00. А еще купила бабулечке вот такой вот подарочек, надеюсь, ей понравится. Братишка! Привет! Привет, ты что здесь делаешь? В магазин идешь? Ну, пойдем вместе. Знакомьтесь, это мой братишка. Представься, как тебя зовут? Меня зовут Костя. Сейчас я вам буду показывать своих братиков и бабулю. Вот моя бабуленька. А что такая красивая? Здравствуйте! Какое дело? Я не худого. Я не худого. Ло, братишки. Привет. А что, ли меня не обнимете никто? Халю, мама, тихо, тихо. Носочки делать. Да, носочки нужно здесь, это холодно. Это сидит, играет. Ничего себе, у тебя здесь бандура. Компуктер. Дорогой. Ну, видно, что дорогой. У них есть хрюня, как у меня. Как у тебя дела? Как в школе дела? Отлично. Отлично? Отличник. Отличник? В эту неделю онлайн был. Ты моему банку. Конечно, я каждое видео смотрю. Серьезно? Чуй-муси, путичку. Вау. Новая машинка. Держите, это вам. А что такое? Это вам подарочек. С прошедшим днем рождения вас. Ну ты и так уже подарил. Ну вот и все. Ну, это еще. Там еще. Это что такое? Платок? Это палантин. Выйди такая ходить. О, смотрите, какая красавица. Есть бабуль. Вам нравится бабуль? Спасибо. Ага. Пожалуйста. Можно вот так вот надевать и сверху курточку. Опа! Опа, опа, опа! Ой! Вау, какой красавчик. Самый главный фраер сидит уже готовый. Меня зовут Павел, мне 13 лет, у меня фамилия Ким. Вот обгоревшая. Мы идем в кино. Сейчас на лифте поднимаемся. На лифте поднимаемся. А еще я, кстати, заметила, когда я снимаю в Москве, на меня никто не обращает внимания. Но когда я снимаю в Казахстане, когда я снимала в такси, влог, очень многие люди такие, типа, что ты делаешь? Маски. Маски? Да. У нас с тобой теперь одинаковые маски? Да. Ребятулечки, всем доброе утро. Я вот обновила за эти дни себе корни, сходила на маникюр, на реснички, полностью привела в себя. И сегодня, наконец-таки, увижусь со своими подругами. Мне удалось их собрать вместе, у нас будет такой бранч. Вот, взяла им несколько подарочков Victoria's Secret, сейчас их буду упаковывать и поеду к ним. Ребята, я приехала, сейчас увижусь со всеми, так немножечко переживаю. Самые пунктуальные подружки. Всем привет, здравствуйте, моя пунктуальная подружка Назым. А вот здесь должны сидеть 12.00, были все. Но никого нет. Но никого нет. А вы на это не смотрите, как будто этого нет. Привет, привет. Покупала подарочки для вас. И вот надеюсь, что вам понравится. Вот, и сейчас будем вам вручать. Этот пакетик для Назым. Спасибо. Этот
пакетик для Сумбат. Держи. Это для Онели, держи. Это для Мадинки. Для Мадинки. Это для Мады. Держи. Для Булочки. Спасибо. Вот зачем? Полезной, и вы будете ее использовать, и она не будет у вас просто валяться, девочки. Я, короче, в Алмате, когда была, я искала, чтобы они вот эти были все одинаковые, но нет, на семерых людей одинаковых косметичек от Виктории Секрет. Ну что ж, друзья, новый день, новый ресторан. Каждый день мы будем приходить и просто с девочками жрать, потому что мы ничего другого не умеем. Здравствуйте. Сегодня грузинская кухня. Да, сегодня у нас грузинская кухня. Но мы сели в отдельный зал, здесь пойти так уютненько, здесь первый раз. Грузия — это Джорджа? Да. Hello, Джорджа. Камарджоба. Еще раз. Камарджоба. Михварджоба. Она была умной. Вы представляете, у него сын родился. Ура! Сын, два дня рожал. Давай быстро, говори эту новость. Мада, слушай. У меня сын родился. Да ну, я еще хотела сказать, где у Маши животик? Так круто. Напишите поздравления для нашего Розочки, потому что ну, у него сын, друзья. Пишите, поздравляю Розу с сыном! Я опаздываю, хотя все девочки уже собрались. Простите, вон там это все наше. Это обязательно. Зачем все это? Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем ей все шелка, цветные облака? Ты не в курсе, откуда ты? Ты не знаешь, как я? А вот колонку взяли? Заехали в МАК. Потому что дура-дура, дура-дура. Господи, так атмосферно, я не могу. Я не могу. Что там? Вау. А вот там будем спать. Шотган, я сплю там. Здесь включается. А можно включить? Спасибо большое. Блин, девочки, мы такие девочки. Вау, как круто. Ну ладно, я могу посередине. Как классно. Сейчас красиво разложим. Вот, у нас теперь здесь красота и порядочек. Питательные элементы. Но тепло чуть-чуть идет. Собачка, о май гад. Привет, блин, халвоса такое. Мы сейчас делаем вот такие вот видосики. Это первый кадр, первый. Ой, смотрите, как много у них собак. Классно. А теперь снова обнимаемся как подруги. Вот это, знаете, это как с какого-то фильма, да? Да. Собачья жизнь. Ого. И ты же просила медовик. И мы тебя любим. Мы тебя любим. Но, да, это... Мы хотели бы тебе сказать огромное спасибо, что ты всегда так нас балуешь, приезжаешь с подарками, да, и за то, что... Сладкие. За то, что вот так собираешь нас, мы... Каждый приезд, мы тут сплочаемся еще больше. Вот, и хотели просто поблагодарить тебя и на память тоже сделать тебе такой небольшой подарок. Я уверена, девочки тоже, у них своих куча поводов, почему тебя любят, почему ты так много для нас значишь. Вот, мы тебя очень сильно любим, поэтому... Спасибо тебе большое. Мы тебе дарим. От нас наше сердце. Я тоже! Давайте порежем!
ассоциируешься с нами, у нас как с розовым цветом. Я вот сейчас возьму и надену. Миша, я подписала через 9 месяцев. Красавица! Мы сейчас снимаем тиктоки. Если вы не в тренде, девочки, мне вас жаль. Очень жаль вообще. Подождите, мы по одной надо, да? Ох, вы можете меня зажать. Давайте друг другу. Бери. Подождите, я зажму. Спокойной ночи. Покажи девочек. Скажите ваши. Всем спокойной ночи. Да. Спасибо за этот день. Ой, вот так надо сделать. Да, вот так. Ой, а мы уже проснулись. 9 утра, между прочим. То есть мы готовим завтрак. Здесь стоим, сэндвичи всякие делаем. А Карина лежит. А эти лежат. Здесь пахнет собачьими какашками, ну ладно. Мы сегодня выезжаем. Малыш, блин, Кам, ну ты просто друг. Мой новый друг. Друг так, его, так, понимаешь? Так, друзья, сегодня мой последний день. Последний день в Алмате, и сегодня корейский Новый год. Ну как, Новый год по восточному календарю. Вот. И мы с этой прекрасной дамой, булочка Акадуренко, да, идем праздновать к моим родственничкам. Буду знакомить. Булка и Пышка на связи. А что никто не встречал? А я здесь с гостем. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Погодите. Братишка мой уснул. Ладно, пойдем. Алексей. Алексей. Алексей, приветик. Садись, садись. Это садись. Кика. Давай, садитесь. Вкусный. А вы уйдите, скажите привет, камера. Привет. Мадаме Света. После прекрасного вкусного ужина, конечно же, что нужно сделать? Попить чай. Убираться. Убираться. Красивая. Привет. Да. А, выиграла вчера в лото дофига денег, а теперь понтуется. Ну, мы выехали от моих родственников. Девочка, мы будем сейчас сидеть кушать. Хочу писать. Сейчас, давай вот так. Нет. Наши короны. Давайте, мы собрались девочки. Снова вместе без Камилы. Hello. С Новым годом! Новым годом! Новым годом! Покрасивенько! Я в топике, и здесь ужасно холодно. Мы покушали. Должны были... Что, девочки, мы должны были? Мы должны были купить бенгальские огни. И фонарики. Фонарики, чтобы загадать желание отпраздновать Новый год. Но что? Ничего. Ничего. Мы поели. Поели, посидели, чокнулись. Надеемся, что наши желания сбудутся. Мой новый полароид. Или подарили девочке. Сейчас нужно фотографировать. Что мы делаем? Мы идем фотографироваться. Окей, гайс, мы вылетаем сегодня. И сейчас поедем в аэропорт. Вот эта дама, как всегда, приехала, сидит, что-то провожает уже. Я тоже лечу в Москву работать для дебилов. Слишком много вещей. Когда-нибудь я научусь путешествовать налегке. Да. Вот такие веселые компании, вот такой веселой компании. Мы приехали в аэропорт, алматинский аэропорт. Ладненько, всем пока, девочки, вас очень сильно люблю. До следующих шоу-программы. Ура!
прошли паспортный контроль, и что заметила, теперь вся проверка, паспортный контроль гораздо-гораздо строже вследствие митингов. Самое главное, можете посмотреть фильм.